Всем привет! С вами я, Наталья. Сегодня приехали в Ялту, так, по делам. Ну и проходим мимо нашего любимого китайского магазинчика. Сейчас зайду, посмотрю, что там, потому что под брюки надо подобрать какую-то тонкую блузку. А магазин довольно-таки интересный. Там можно подобрать и для взрослых девочек, такая как я, и для совсем юных леди. Итак, смотрим, ищем, меряем. Итак, вариант номер один. Блузка 850 рублей стоит с капюшоном, рукав по локоть, сзади немножко длиннее, чем впереди. Ну, в принципе, ничего, мне понравилось. Второй вариант, полностью выбитая. Ну, как-то мне не понравилась она вообще что-то не мое. Третий вариант, легкий такой рисунок на груди, внизу чуть-чуть темнее. Но мне не нравится вот этот вот рукав, три четверти с пуговицей. Сзади гораздо длиннее, чем впереди. Тоже цена 850, вискоза с хлопком. Вопрос. Эту блузку я взяла в двух размерах померить. Это меньший размер. Ну, как-то больше размера даже не стала мерить. Не нравится мне. Хотя рукавчик ничего, но как-то я квадратная. Или под эти брюки просто не подходят. Не нравится мне. В общем, как бы первый вариант получился, как бы, ну, самый лучший из того, что рукав мне нравится. Ну, капюшон так спортивный, под джинсы можно одеть. Ну, не знаю, под вопросом. Не купила ничего. А вот так вот я под эти брюки подобрала свою черную футболку с белой надписью, черные шлепки меховые. И вот так вот пока хожу. Магазин получил шубы. 4000 стоит без подкладки. Ну, конечно, 35-градусную жару мерять шубу – это еще то удовольствие. Ну, так приятно. С капюшоном, под широкие брюки, под узкие брючки, под ботинки. Нормально. Зашли перекусить в столовую по-домашнему, которая находится на набережной. Вика взяла себе окрошку. Ну, я, конечно же, столовский борщ. Причем налила столько, что осталось только сесть сверху. Ну, приятного мне аппетита. И Вике тоже. Ну, такой вот интерьер этой столовой. Очень приятная, хорошая, чистенькая. Всегда все свежее, разнообразнейшее меню. Здесь вот такой вот очень хороший туалет. И интересно то, что когда просто так в туалет не попадешь, надо код. А код на чеке. Вот внизу написано, для посещения уборной код 0803 меняется каждый день. Вот так вот. Это на входе сразу в столовую такой интерьер. Людей не сильно много, поэтому здесь столики пустые. Но очень чисто, хорошо, приятно. Сейчас покажу вам цены этой столовой. Цены в этой столовой приятные, демократичные. Я не говорю вам до свидания. Я говорю до новых встреч. С вами была Наталья. Всем пока-пока.